Приветствую, дорогие друзья! С вами Наталья Нагорнова. И это обзорное видео для любителей слайд-шоу. Такое название «Волшебное слайд-шоу» я придумала несколько лет назад и с удовольствием создала группу. А в этой группе у нас люди добавляются. Это очень радует. Давайте по порядку. Смотрите. В группе вы заходите, вы сразу видите описание. Здесь вы научитесь создавать своими руками прекрасные видео поздравления, слайд-шоу, радовать своих родных и удивлять друзей. В группе есть разделы: уроки по созданию слайд-шоу, дополнительные материалы, музыка для слайд-шоу. И смотрите, закрепленная запись. Вы нажимаете «Показать полностью». Для тех, кто еще не подписался у нас, вы можете запишитесь на бесплатный курс по созданию программы «Прошел позицию». Вы нажимаете на эту ссылочку и подписываетесь на рассылку. То есть те, кто подписаны, вот здесь вот видите, подписаны люди, им будет приходить новое видео, новая тема уже в рассылке личным сообщением. Далее, смотрите, идет несколько обсуждений. В разделе «Обсуждения» примеры видео поздравления, музыка для слайд-шоу, дополнительные материалы. Как воспользоваться этими разделами? Нажимаем прямо на название, к примеру, дополнительные материалы. И что мы видим? Здесь я для вас добавила фоторамки. То есть вы переходите на этот сайт и смотрите фоторамочки. Есть онлайн-фоторедактор, которым вы тоже можете воспользоваться, и распускающиеся цветы, это уже на Яндекс.Диске, вы можете скачать эти картиночки и тоже воспользоваться для своих слайд-шоу. Переходим назад. Музыка для слайд-шоу. В этом разделе вы найдете сайты, где можно скачать, сайт звуков, скачать бесплатно музыку и видео, как найти музыку без авторского права. Я открою в новой вкладочке. То есть это был пост и на него ссылочка, как найти музыку для ваших видеороликов. То есть вы нажмете на эту ссылку и попадете в этот раздел. Дальше идем. Есть раздел «Примеры видео поздравлений». Этот раздел уже вы заходите по желанию и сможете посмотреть примеры видео слайд-шоу на заказ. Здесь я только начинаю добавлять. Ну, возможно, кто-то захочет заказать видеоролик, и вы можете посмотреть уже пример слайд-шоу. Дополнительно я создам для вас раздел «Ваши работы», где вы сможете поделиться своими слайд-шоу. И хочу поделиться. Вот такое видео я создавала. Свадебное слайд-шоу для своих детей, для дочери и зятя. 17.08 свадьба у них была. И только я загрузила, и уже смотрите, 13 просмотров. Ну, я думаю, тема такая актуальная. И вы тоже, конечно же, сможете создавать такие прекрасные видео. Здесь у меня такое красивое стихотворение, которые я читала своим молодым, почитая. Изучив программу, вы, конечно же, легко сможете создать любой видеоролик и также сможете обрести новую профессию, где вы сможете создавать видео на заказ, принимать заявки. И этому мы тоже с вами научимся. А пока создавайте самые простые видеоролики и радуйте своих родных и близких. И если какие-то есть вопросы, вы всегда можете мне задать. Для вас есть скайп-чат. То есть в этом скайп-чате тоже даю информацию о новых видео, о новых темах. И не только. Те, кто еще не присоединился, вы можете записаться на бесплатный курс. То есть вы нажимаете на ссылочку и подписываетесь на рассылку. И в личном сообщении получаете видеоурок. Ну что ж, на этом все. С вами была Наталья Нагорнова. Остались вопросы? Задавайте. На любой вопрос отвечу. Если что-то у вас не получается,
будем вместе творить. До новых встреч в новом видео. Пока-пока!